Что делать, когда кажется, что все хорошее уже позади и не хочется жить? Такое классическое состояние, характеризующее депрессивное расстройство. Вот, конечно, по одному вопросу и ответу диагноз поставить невозможно, но вот это ощущение отсутствия перспективы и вот такое нежелание жить – это неестественно, это неправильно. Наша психика не должна такого производить, наша здоровая психика. Поэтому если у вас такие мысли – глупые, неправильные, вот я вам прям могу ругаться на них прям плохими словами, вот если они у вас появляются, значит, вы нуждаетесь в помощи, и вы можете помогать себе самостоятельно, если вы занимаетесь какими-то психотерапевтическими техниками, которые позволяют вам улучшить собственное эмоциональное состояние, или обращайтесь к специалистам, вплоть до приема антидепрессантов. Лечение – это важнейшая часть вот, нашей работы на потому что мы все делаем с собой, понимаете, мы моемся, понимаете, мы одеваемся, понимаете, мы, девушки макияж себе наводят, юноши, понимаете, машину себе покупают большую, чтобы быть модными и крутыми, и все. Кучу всего делаем, а мозги вот, давайте беречь. Вот, поэтому если у вас такое состояние возникает, вот не бросайте на самотек, действуйте. Нужно проявить настойчивость в этом деле. Ладно?